Здравствуйте. Хочу показать вам телефон Lenovo модель A760. Пробочка. Такая. Моделька китайская версия и английская. Паспорта, бумажки, все на китайском. Зарядное устройство. 700 мА выдает ток заряда. Без переходника под европейскую розетку. Наушники оставляют желать лучшего, с микрофоном и кнопочкой. MicroUSB кабель для зарядки и передачи данных. Вот сам телефон. Задняя крышка рифленая. В руке лежит удобно. Размер 4,5 дюйма. Датчик освещенности, датчик приближения, три кнопки по бокам, наушники 3,5 джек, кнопка включения, зарядка и передача данных, микрофончик тут, качелька громкости. Так. Дисплей отзывчивый, работает четко. Зайдем в Antutu. Вот нам показывают 11, почти 12 тысяч. Ну, предпоследнее место. Инфо. Что мы имеем? Операционная система 4.1.2. Модель процессора MSM8225Q. Разрешение 480 на 854. 5 мегапикселей камера. Оперативки 753. Ну, гиг получается оперативки. Wi-Fi, GPS. Тут все стандартно. Загрузки, виджеты. Обновление. Стандартная леновская. Прошивка. Перепрошил я его на русский язык. Без проблем. Что тут еще? Значит, настройки. Wi-Fi. Ловит хорошо, в руке удобно. Память. Так, я хотел вам показать экран. Яркость регулируется автонастройкой тоже. Это на полную мощность. Звук довольно-таки приличный выдает. Слышно хорошо. Открываем. Пластиковая крышка. Батарейка типа BL209 на 2000 мАч. Так, зайдем. Звук. Посмотрим, как он видео. Видео.
Экранчик переворачивается довольно-таки живо. Довольно-таки шустрый телефон, несмотря на бюджетность. Один канал в 3G работает, а другой в GSM. 3G, но без фронтальной камеры. Вот такой вот телефончик. Спасибо.